Творческое сотрудничество трех одесских художников. Галерея Летнего театра «Арт Одесса» до 13 августа одесситы и гости города смогут увидеть красоты одесских лиманов и поэму «Одиночество». Выставку живописи и скульптуры представляют Наталья Желтомирская, Владимир Рудаков и Юрий Зильберберг. Стилистика и сюжет у каждого мастера отображают неповторимое видение и понимание мира. В картинах Натальи городские пейзажи, где вдалеке обязательно можно увидеть море. У Владимира работы отражают сельские и морские пейзажи, а также натюрморты, в которых за простым сюжетом скрывается своя философия. Юрий Зильберберг представляет свою живопись и скульптуру, преимущественно созданную за недавнее время в период карантина. Отмечу, что художники выставки около 30 лет назад уже работали вместе и выставлялись в 80-х годах как объединение лаборатория живописи.